gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fight contest. He stands 6'1" tall, weighing in at 184.5 pounds. Fighting, Andre Powerball. A big martial artist holding professional record, 30 wins, 10 losses, 1 no contest. He stands 5'10", Cincinnati, Ohio, USA, Chris Action Man Curtis. Тодд Андерсон рассудит Криса Кёртиса и Марка Андре Барьё. Средневесовая категория. Так, поехали. Крис Кёртис на 14-й позиции в рейтинге средневесов. Марк Андре туда не входит. Пока не в кунт. Переходит к прессингу. Работает левше. Занял центр клетки. И заставляет... Умеет вырубать своих соперников. Но при этом вот, прошлый год суммарно удачно. Там. Лоу-кик. Посмотрим, чья возьмет здесь. Пока не самые высокие скорости. Крис Кёртис шутил, улыбался. Ну и в целом такие стандартные, уважительные слова одержит победу. На самом деле, если сравнивать этот бой, например, с поединком Криса и Келвина, то там пока ничего не произошло по большому счету. Хай-кик. С правым прямым связал этот ударом. Вновь справа. Кёртис ищет варианты, пытается он заставить соперника раскрыться и пропускает сейчас довольно болезненно. Но в целом все было очень близко. Легкое движение вперед, право от себя в сторону, старался срезать угол. Джеб для по корпусу и затем в голову, хорошая атака от Барьё. Получается, что Кёртис идет, набирает баллы, наносит ущерб. Активно работает он правым лоу-киком по внутренней стороне бедра соперника. Наконец, Крис Кёртис подключает свою левую руку, тоже достал по корпусу. Причем на 6 сантиметров больше. Ну, это сухие цифры. 10 на 5 по акцентированным ударам в пользу канадского спортсмена. За 1,5 минуты до конца. Он постепенно начал смелеть. Барьё, возможно, именно в этом и заключается такая. Ну а геймплан Марка Андре, видимо, заключается в том, чтобы все-таки двигаться чуть назад, постоянно играть. Ну а Крису Кёртису нужен выход на среднюю дистанцию, заход под левый боковой. До окончания первого раунда. Ну, и, возможно, несмотря на работу первым номером, все-таки этот раунд, эпизод может стать ключевым. Да, все близко. В концовке немножко взвинтил темп. Кёртис стал чаще попадать, стал чаще заходить. Публика начинает освистывать спортсменов. Ну и на фоне предыдущего поединка этот раунд, конечно, выглядит не очень, прямо скажем. Вторая, ну, подсказывают сейчас Кёртису, что необходимо взвинчивать темп. Потому что и кроссовых, и боковых ударов слева мы практически не видели от Криса Кёртиса. 20. Практически полное равенство с точки зрения статистики. И в этой ситуации, причем все что угодно может сыграть. В том, что счет 1-0 в пользу кого-то из них. Да, потому что это минимальное преимущество по очкам. Опять же, такой близкий первый раунд. Кто-то что-то увидел, а другие удары там не заметил. Тут многое зависит от ракурса, с которого смотрел судья. Крис Кёртис. Ну, как раз... И вот удар слева. Да, вот он реализует как раз то, что просили его секунды. Андре Барьё. Минут позади. Публика. Не нравится им то, что происходит в клетке. Хотя местный спортсмен работает, он пытается что-то делать. В целом сохраняется. Вторым номером работает Барьё, старается активно встречаться, подключает ноги. Вот сейчас мы видели, что приуныл Крис Кёртис. Активно он начал второй раунд, но сейчас мы видим, что опять
работает в... Проигрывали нокаутом по разу. Рэю Куперу третьему уступил Крис Кёртис. Причем там был прямой нокаут, но пришлось Крису в феврале 22 года. Оно было. Хорошая серия от Криса. Не бросается вперед по-прежнему. Двойка на джеб от Кёртиса. Предпочитает переключать свои удары Крис Кёртис именно с головы. Конечно, эпизодов, когда он включается, начинает комбинировать, выглядит очень мощно. И левый по корпусу проходит. Этот апперкот может перейти на голову. Сейчас сигнализировал Крис Кёртис Тодду Андерсону о том, что был тычок. Есть двойка. Левый прямой в цель от Криса. Ответные действия от Барьо. Будут ли они? Я чувствую. Чуть больше минуты до окончания второго раунда. Работает. Но как только сбавил обороты, Марк-Андре дали стали чаще. Как сейчас, по внутренней стороне разменялись соперники. И правый боковой от Кёртиса. Бойцу необходимо ему немного восстановиться. Взял сейчас, работают парни, но до конца не раскрываются. Право через руку. Ух ты, локоть очень. Закончился второй раунд. И вновь публика гудит. В том числе при помощи нецензурной брани требует не доводить этот поединок до решения. Ведь действительно, с точки зрения матчмейкинга, казалось бы, но при всем при этом у Криса Кёртиса, конечно же, свои задачи. Если он сегодня сумеет выиграть, возможно, уже в следующем... Как правило, есть как минимум один поединок, где решаются не рейтинговые вопросы, а где... Марк-Андре напирает. С точки зрения лоу-киков, но в целом по поединку их не так много. Но эти лоу-кики очень, не знаю, замедлил ли он соперника. Но мы видим, что на средней ближней Кёртис по-прежнему выглядит очень мощно. Стилистики. И, кажется, должен поднаесться. Но, возможно, и тоннаж ударов Криса тоже снизил. Слева кулак докрутил все-таки Крис. Левый по корпусу активно отрабатывает практически в каждом эпизоде. Руки пониже. Чуть больше. Да, казалось бы, довольно бодрый поединок в стойке, но зрителям не нравится, потому что бьют. Постарался там ответить и Крис. Здесь правой рукой отрабатывает. Ой, проходит без борьбы. Да, причем даже попыток нет побороться. Видимо, то, что происходит в стойке в целом. Да, решил потратиться Барьо. Суммарно по ударам, посмотрите, к соточке приближен. Показатель роскошный даже. Локоть. Колено навстречу. Просто идет вперед, он старается навязать размен Кёртису в каждом из эпизодов. Вот сейчас такой минимальный тайский. Только хватит Марк-Андре. И есть удар навстречу, болтануло немного канадского бойца Крису. Ну, такое ощущение, что Марк-Андре уже закусил у дела и просто идет вперед и намеренно. Кёртис, а выбрасывает его Андре Барьо. Барьо. С точки зрения работы первым номером движения есть определенные вопросы. И вот здесь просто рубятся парни, как берсерки. Колено по корпусу, много здоровья. Они... Смотрим. И финальная сирена. Третий раунд получился хорошим. Очень смотрибельным. И отдать победу по такому поединку местному спортсмену, и будут ли говорить потом о местном судействе.
Ну, давай дождемся. Все-таки не такой поединок, после которого есть уверенность в победе кого-то из спортсменов. Но мне кажется, что небольшой... Пока смотрим повторы. 57 на 59 по ударам. 39-40. Второй раунд и 20-18. Это по ударам. Опять же, получается, больше работал именно Крис. Ну или, наверное, уже бывшая звезда. Дела у него не очень хорошо. After three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Declan Woods scored the contest. 38-27. И 30-27. Крис Кёртис.